Новочебоксарск вошел в один из четырех городов районов Чувашии по реализации экспериментальной площадки «За здоровьем в парке и на спортплощадке». Проект призван привлечь население республики к занятиям физической культурой, а особенно сделать эти занятия доступными для любого жителя. В рамках программы мы проводим две тренировки в неделю, в вечернее время, в будни, и в субботу в 3 часа дня, что было удобно тем, кто работает или тем, кто отдыхает. Ну, какие мы тренировки? Это, как правило, либо общая физическая подготовка правильная, то есть как мы показываем, как упражнения делать, как дышать при этом и так далее. Либо это какой-то вид спорта, своеобразная презентация. То есть тренера по различным видам спорта приходят на площадку и со всеми желающими проводят такую небольшую тренировку с элементами того вида спорта, который они представляют. Вечер среды в Ельниковской роще прошел как общая физическая подготовка. Начальник отдела физической культуры и спорта Екатерина Кощеева давала простые, но эффективные упражнения для посетителей Новочебоксарского центра социального обслуживания и для всех желающих. В субботу же тренировка будет тематической по виду спорта – волейбол. Хочется похвалить наших жителей. Как правило, очень многие из них занимаются физической культурой и спортом, причем делают это самостоятельно абсолютно и каждый день выходят на прогулки. Поэтому потребность вот в таких занятиях есть у тех, кто, может быть, ну, кому скучно без компании. Вот. Ну, нет такой, особенно в условиях пандемии, нет у нас цели собрать большое количество народу. Главное – это дать хороший, качественный материал, чтобы люди могли заниматься. Все занятия проводятся абсолютно бесплатно. Занятия в роще будут проводиться до тех пор, пока будет позволять погода. Напомним, специалисты по спорту дважды в неделю проводят тренировки для всех желающих – в среду и в субботу. Место проведения – парк культуры и отдыха Ельниковская роща. Я потому что уже давно занимаюсь, нет, нисколько не тяжело, мне очень нравится. Я с удовольствием пришла. Для мышц, для спины, для ног, мне кажется, очень полезно. Третий год я уже хожу, да. Я стараюсь все занятия, чтобы не пропускать. Спортивные мероприятия в таком формате проводятся пока в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Цивильском районах. Затем проект охватит всю республику. По вопросам времени, точного места и тематики тренировок можно узнать по телефону 73 81 26, отдел физической культуры и спорта администрации города. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.